Итак, второй матч финальной серии. Раба выигрывает с минимальным счетом. И Артур Шкетов, главный тренер команды, очень терпеливая игра ваших игроков. В конце, очень было сложно удержать такой счет при 3-3. Все-таки сумели вы забить этот важный для себя мяч в ворот соперников. И уже сейчас в серии 1-1. Пожалуйста, комментарий к этой игре. Во-первых, хочу поздравить нашу команду с победой, наверное, заслуженной. После прошлого поражения, больного для нас всех, мы провели серьезную подготовку к этой игре. И прежде всего хотим посвятить нашим болельщикам, которые в трудную минуту и всегда тоже с нами остаются. Спасибо им сегодня за поддержку после такой неудачной прошлой игры. Они сегодня гнали нас вперед и действительно во многом нам помогли сегодня выиграть. Да, и все-таки, Артур, по игре. Значит, второй тайм, счет 3-1, все вроде складывалось в вашу пользу. Вы играли под первым номером и тут отдали инициативу. В чем была ситуация, что игроки перестали делать так, как было задумано? Ну, во-первых, мы уже, по-моему, минут 10 висели на 5 фолах. Это тоже накладывает, прежде всего, отпечаток. Мы не могли действовать столь агрессивно, как до этого. Хотя, на мой взгляд, во втором тайме было несколько незаслуженных фолов первых. Но это футзал. 2-3 мяча отыгрываются и больше. Ну, сегодня мы в конце в итоге вырвали эту победу, выгрызли, забили решающий гол. Она для нас тоже нелегко складывалась. Да, на самом деле удача сопутствовала вам. В первом тайме соперник дал вам шанс. 6-й фол. Забили мяч. Максим, как капитан команды, взял на себя эту инициативу, эту роль, сделал свое нужное дело, забив 2 мяча в игре. И вот сейчас этот рикошет, удачный рикошет Живы, все-таки сыграл вашу пользу и вырвали победу. Что ж, отличная сейчас у нас ситуация складывается. После первой игры все уже, кое-кто, скажу так, стал опускать руки. Счет 0-9. Все думали, финальная серия, тут уже, наверное, уже не до интриги. И все-таки вот такой камбэк сейчас со стороны вашей команды. На воскресенье, я думаю, здесь все трибуны будут полными. Хочу пригласить наших болельщиков. Вы видите, мы играем для вас прежде всего. И после 0-9 мы сумели подняться с колен. Я думаю, причина главная была в том, что после кубка все равно в подсознании у многих игроков, поскольку это был их первый трофей, все равно эта победа была и какая-то опустошенность после такой игры, которая тоже в тяжелейшей борьбе была одержана. Сейчас мы отошли, сделали какие-то корректировки, готовились, может быть, более тщательно и заслужили победу и продолжим серию. Что ж, Артур, вот я и хочу назвать и вот сказать всем телезрителям о том, что это ваш талант, талант тренера в том и ваша заслуга, что вы находите нужные слова в нужный момент, и команда полностью преображается. И вот так с 0-9 вернуться обратно и суметь в силовой вот такой важной нервной борьбе победить, я думаю, что это вот заслуга именно вас. Спасибо вам большое, и будем ждать теперь уже следующую игру в это воскресенье. Спасибо, приходите на футзал. Спасибо большое, увидимся.